Стиль – наука точная, уверены студенты, преподаватели кафедры конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета. Защита дипломных работ, как всегда, прошла ярко и празднично. Не случайно в народе ее называют студенческой неделей моды. Что зрители видят на подиуме – это итог. Сложно представить, какая кропотливая работа предшествует презентации коллекций. Много месяцев студенты разрабатывают их, начиная от идеи и заканчивая финальным образом моделей. При подготовке коллекции важно не только предвидеть актуальные для будущего сезона тренды, но и применить научный подход. У нас вот есть несколько коллекций, которые являются результатом научных исследований, формообразования одежды, комбинаторики, использования текстильного авангарда в современной одежде. Это замечательный сплав, когда студенты думают головой, одним полушарием, другим полушарием что-то творят, и все это еще своими руками материализует конкретные красивые модели одежды. Студенты сами выбирают тематику своих коллекций. На этот раз многие были посвящены верхней одежде. Такой вот получился тренд. Работа Полины носит название «Игра в прятки». Это коллекция пальто. Девушка решила разрушить все стереотипы о том, что это классическая одежда, и поработать над смешением стилей. Внутри конструкции каждого изделия заложены отголоски какого-то спортивного стиля и тех спортивных видов одежды, которые уже стали привычными в повседневной жизни и не так актуальны. Они прячутся внутри конструкции верхней одежды, внутри пальто, и тем самым вызывают интерес у потребителя. Так уж получается, что для многих студентов их дипломные работы не только символичное завершение обучения, но и путевка в будущую профессию. Коллекцией Полины, например, заинтересовался один крупный ивановский производитель верхней одежды. Ее проект в компании сочли подходящим для массового производства. Можно считать, что работой будущей выпускницы политеха теперь обеспечена. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.